В салоне автомобиля Toyota был установлен видеорегистратор, но водитель говорит самое обидное, что сам момент аварии почему-то не сохранился на карте памяти, поэтому неоспоримых доказательств вины второго участника на Купере у молодого человека нет. У каждого автомобилиста оказалась своя версия произошедшего. По моей версии, она ехала со второй полосы, резко повернула. Я не успел затормозить и врезался прямо в бочину. В свою очередь, владелец мини-купера утверждает, что перед поворотом направо он якобы успел перестроиться на крайнюю полосу, а авария произошла из-за того, что владелец Toyota не выбрал безопасную дистанцию. Скандалить и спорить между собой, выясняя, кто же виноват, участники ДТП не стали. Поняв, что к единому мнению не прийти, они мирно расселись по своим машинам и вызвали инспекторов. Кто в итоге-то будет виноват и кто за все отвечать будет? Неизвестно. Страховая. Только чья вопрос, да? Во время разбора аварии в ГАИ полицейские будут учитывать расположение машины, характер повреждений. Если виновным признают владельца мини-купера, то согласно полису ОСАГО, восстанавливать свою дорогостоящую иномарку он будет за собственный счет. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».